Встать! Суд идет! Право юлить, вилять. Вы можете себя представлять, защищать. Вы вполне на суде себя сами. Если, конечно, сами с усами. Если в гору повезете тот воз, то мною будет поднят вопрос: а достаточно ли вы здоровы, чтобы вообще вас судить? Вы готовы? Заново поднять вопрос о вашем психическом здоровье в разнос и понаблюдать вас в психбольнице, скажем, пару месяцев вне столицы. Если врачи сочтут, что нужно лечение или дать еще лекарства для успокоения, то это пойдет на благо впрок, в кайф. И будет тогда вам не суд, а рай. Не суд, а рай. Вами займутся умелые врачи. Вы там останетесь навсегда, хоть кричи. Если желаете этого впрок врачам, то вам немедленно передадут врачам. Все пойдет вам во благо, в кайф. И будет тогда вам не суд, а рай. Суд. Да, суд.